теперь, уважаемая публика, последняя пара сегодняшних соревнований. Фридрих Байер и Георг Лурих. Добрый вечер. Добрый вечер, сударыня. Боюсь, что я не туда зашла. Вероятно.
Я скоро вернусь. Не задерживайтесь. Держите их! Держите их! Почему вы схватили меня? Я ни в чем не виноват! Отпустите меня! Я массажист Лурика! Я массажист Лурика! Отпустите! Я напишу жалобу! Отпустите! Яков! Яков! Откройте! Я напишу жалобу начальнику полиции. Меня все знают, я массажист Муриха! Откройте! Эй, выходите. Да-да, вы. Пройдемте. Ну как, проспались? Да, проспался. Я напишу жалобу господину начальнику полиции. Да? Вот как? Где мои часы, а? Где, а? Так вот, я напишу жалобу. Безобразие. Да что это такое? Ну, ну, ну. Говорите, говорите. Что же это такое? А я напишу. Не надо водку мешать шампанским. Вот так.
Есть еще претензии? Нет. Тогда пройдемте в канцелярию. Там дадите мне расписку. Уважаемые господа! Да-да, вы не ослышались, именно господа, а не наши обворожительные дамы. Это 100-рублевая банкнота. Я могу вам всем ее показать. Не фальшивая, а настоящая. Такой приз один меценат назначает тому, кто при помощи мускулов разорвет цепь только из трех колечек. Просим! Итак, прошу, господа. Не хотите ли? Я мог бы пригласить сюда господина Луриха или Байера с Али Мустафой. Но сомневаюсь, стоит ли беспокоить наших всемирно известных атлетов ради такого ерундового дела, как три колечка. Нет-нет, это ерунда для нас. Мы сами справимся, я в этом уверен. Не так ли? Прошу вас, господа. Это пустяк. Какая-то хрупкая цепочка. Я не вижу силачей. Мы уже не мужчины. Я потрясен. Завтра рано утром. Как только взойдет солнце, если оно только взойдет завтра утром, я отправлюсь к лучшему ревельскому портному Циглеру и закажу себе юбку. Да-да, в ателье господина Циглера мне сошьют завтра юбку. И чепчик с кружевами, и пару лифчиков, и много носовых платков, чтобы я мог ими утирать мои слезы. О, какая радость! Господа, я спасен! Браво! Господа, я заказываю себе новые брюки. Мужчины нашлись! Thank you.
не может. Господин Грюнберг, выслушайте меня внимательно. Если Лурик не будет бороться, деньги достанутся устроителям. Так что делать? Пусть объявят. Господин Карель. Да? Возвращаю ваши 100 рублей. Спасибо. Господин Орлянов, объявите, что поединок не состоится. Почему? Почему? Лурик не явился. Скорее сообщите об этом публике. Господин Грюнберг, я, конечно, разносторонний артист. Но эта роль не подходит мне. Пойдите, сообщите публике, что поединок не состоится. Вы друг Луриха. Народ вам поверит. Уважаемые дамы и господа, сообщаю с большим сожалением, что поединок Мустафы и господина Георга Луриха отменяется, поскольку наш прославленный атлет не соизволил явиться. Лурик удрал! Труд несчастный! Лурик труд! Негодяй! Труд несчастный! Ваше превосходительство! Ваше превосходительство! Георг.